Доброго времени суток всем. Итак, перед нами новая миссия. С помощью Локена постройте хорошо укрепленную базу, отправьте ваши войска на юг. Все, что так или иначе напоминает о существовании Арамона, должно быть стерто в порошок. Ожидайте яростного сопротивления. Ну ладно. Если нам суждено здесь повоевать, то будем воевать. Или прятаться уж точно я не собираюсь. Да! 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 Что мы готовы сражаться и побеждать врага. Как в настоящем, так и в дальнейшем. Жду ваших приказаний. Есть у нас начало, есть у нас король, то есть он защищает нас снизу, точнее сверху. А мы начнем строительство первых башен. Постараемся не позволить врагу поиметь инициативу над нами. Все-таки эта победа для нас очень много значит. Так, ну что ж, магическая башня уже строится, можно несколько ускорить скорость нашей игры. Направляюсь туда. Туда. Что еще? Так вот, у нас есть две башни уже. Да, повелитель. Что еще? Так, и наш король может продвинуться несколько дальше, вглубь их территории. Все-таки надо узнать, что у них тут есть. Чем мы можем им помочь?
эта база нам, в принципе, не нужна. Если у нас есть король, который может в одиночку уничтожить всю базу. Ладно, тем не менее, я думаю, не стоит обольщаться. Базы у противника больше нет, мы ее практически полностью уничтожаем. Можно сделать обход вокруг этой базы, может кто-то нам еще и попадется здесь. Опять-таки сомнительно все уже это. Хорошие фракции раскроются, после может будет какой-то и позитив. Ну что ж, победа!